Запись. Нажму кнопку готовности и поехали. В общем, всем привет, дорогие зрители, на связи Point Blank TV, за микрофоном Тони, и сегодня будет специальный, просто неповторимый гость. Поздоровайся с людьми, человек. А, да, всем привет. И ты обещал мне ссылочку. Да, я обещал тебе ссылочку, конечно. Да, Гвардия против игроков на календаре сегодня у нас 12 октября, и... Так, ссылку. Говорю и пишу ссылочку. Да, и на экране Гвардия против игроков, четвертая команда. И призовой фонд сегодняшнего дня составляет C4, пакет, спецпакет, специальный пакет для разминирования. Если вы не понимаете, как разминировать бомбу, то вы можете просто купить этот пакет и разминировать быстрее. И дополнительные патроны на 7 дней. Ты мне реально кажется очень громко в скайпе. Я даже не разговариваю в скайпе, ну-ка. Нет. Или это у меня наушники очень громко настроены, потише бы сделать все. В общем, если что на Твиче, пожалуйся, и мы сразу исправим. Так, что? Что, хост? Я тут наклацал гвардии, игроки, все грамотненько, все ровненько, и... Поехали. Карта Люксвиль, я вижу, что ты стоишь почему-то. А, да, я не включила, походу, кнопочку. Вот ладно, это фейл, да? С гвардейцами ничего поиграешь. Почему-то у нас 4 гвардейца, где 5 я не знаю. Мы видим, что стычки open frag, ревел минус Рамбли. Я, кстати, забыл произнести ники гвардейцев. Это у нас Woman Revolt, Блонди, Аморуш, Хэкки Смайл. Они очень сильно не хотели, чтобы мы комментировали, потому что мы только проснулись и... Очень плохо у них это происходит. Мы видим врыв на верхнюю думу, также игроки не сидят на месте. Уже КС, и Блонди минус Чоппер. Кибер-комментатор. Да, киберкомментатор заходит, на самом деле, на карту, и у меня... О, отлично всё. Что тут у них? Ты немногословно сегодня. Что-то зрители не любят. Не знаю. Я бы сейчас себе на странице бы репостнул. Кстати, счёт 1-0. Как лучше нажимать-то надо, чтобы сверху смотреть? Shift 4. Я больше администратора знаю. Представляете? Я тебя накажу в темном переулке. Смотрим, что происходит. Второй раунд. Мы видим счет 1 в пользу команды Гвардии. 4 в 5. У нас позиция по живым людям. Ну, как сказать, по живым даже вообще по карте. И Алена у нас вообще мертвая. Все время будет мертвая. С непонятной какой-то вот полосатой лычкой, которой вообще никто не знает, что она дает. Может быть, 20%. Перестрелочка на верхней тумбе. Аморушка. Минус перчик. Трое против троих. Только что Кейсмайл уже успел слиться. И Аморушка нас немного подлагивает. Здесь меня немного глючит. Но смотрим. Револт. Минус чоппер. Что ты скажешь мнение по игрокам? Что они могут сделать? Смотри, я вот не как... знаю. Я играла много раз с Салли, и я думаю, что она затащит. Салли. Я думал, что Салли играла. Ну ладно. Смотри, у нас 1-1. Дженсен против Блонди. Блонди у нас на ВТ. Ставится план точки А. Бомба была установлена. Инпада на плента стоит, запрыгивает на ВДВ, нижняя тумба видит, нет, не видит противника, кстати, у нас в упоре Дженсен. Ну, Аля, ну как она могла не затащить? Пачку словила своим личиком. 1-1. Кстати, я забыл, сорян. 1-1. Такая маленькая ничья на карте и смотрим, 4 против 5, неравенство, я Мурушке пинг 1. Почему-то пинг 1. Потому что чудо интернет. Верхи туда ели, 71% очки здоровья этого человечка, и мы видим Дымкина вне текстуры, как что, в общем-то, плохой противник. Я не понял, в общем, как это произошло. Аморушка, у нас на ВТ, там чоппер. А ты разговаривала с ними? Жесткий, может быть, у них какое-то настроение там жесткое было у гвардии. А еще раз? Может быть, ну, я говорю, ты заходила до стрима им ТС или куда они там сидят? Общалась с ними? Я играла КВ с водичкой, но с остальными ребятами не особо играла сегодня, и общалась тоже не особо, вот. В общем-то, и меня, и кто-то сидит на гвардейском слоте, я не знаю, как правильно. Сейчас мы посмотрим, кто Лео тут такой. Лео пишет у нас кикни. Водичка
не может зайти в комнатку, конечно, понятное дело, что занимать слот и тем самым нарушает правила гвардии против игроков не занимать слот гвардейцей. Если тебя не спалили, быстричком просто вали оттуда, пацан, чтобы ты смог дальше играть. Вот ему у нас разменчики происходят, невероятно тут, и перчик минус гвардейцам упоя, но все-таки перчик минус блонди, его тиммейт помогает надамажить противника. Буревол, внутрь две пачки, даблкил на респе синих. Бомба была установлена. Поставили плент, двое против одного, револ мечет две, ну кидает, откидывается хаешками, 7 хп на девятке, ну, опять в руках, злодей сейчас будет подходить. Дженсен, нет, все-таки Дженсен не успел добрать. И ништяк у этого человека, ник ништяк, забирает револта 3-1, конечно же. Пользу команды, кстати, я забыл свап плеерс нажать, да, я вообще корявый. Заново все сделаем, свап, потом здесь раз, два, три. Здравствуйте. За гвардию у нас играет ПБ Ганстер. А? А? Ой, этот человек у нас походу, да, попадет в список нарушителей. Да, я сижу тут. Накикивает. Скриню плохих. Ништяк, open frag минус. Амурушка, тем временем 5-3. Вот такая позиция по живым на карте уже. Нижняя тумба, ништяк. Просто прорвал оборону команды гвардии. Оставил двое на ВТ. Блонди минус перчик. Что-то ты непонятное пишешь. Что за иероглиф? А, ты видишь, что я пишу, да? Я же все вижу, я же тоже типа ГМ. Я демо-версия ГМа и могу сказать. Так, не наблюдай, что я пишу. Я закрою глаза. И это 4-1 в пользу команды игроков. Конечно же, им везет, потому что гвардейцы немного затупили. Ну, как сказать, водичка вылетела, и этим пользуются игроки. Кажется, это будет изи-каточка. Гейми номер 4. Пачку ловит. Опен фраг от Рамбли. Блонди минус Рамбли. Был разменчик на рояле. Пробегают у нас две думы. На прокиде стоят игроки. Что будет делать дальше, я не знаю. Амурушка у нас на медле. Идет на ВТ. Там живут противники стороны команды игроков. Четверо против троих. Ну-ну-ну-ну. Дженсен. Мажет. Но все-таки попадает по противнику. Ништяк. Нижняя тумба свободная. Чоппер тоже забрал противника. Команды гвардия. Амурушка из противника на семерке. Но все-таки как-то на шпагат посадил своего противника. Не знаю, Чоппер там показал просто балет. Бомба была установлена. Поставили бомбу. Плент точки явно заминирован. Ништяк в упоре стал Дженсен. Дженсен на девятке. Сложно играют игроки. Ох, сразу как будто знал. Но все-таки хаешка ништяка не понадобилась. И Дженсен с девяточки минус Амурушка. 5-1. Ты смотришь на Твиче, что пишут? Тут тебе пишут, ГМ-линии, возьми в техподдержку. И такой длинный смайлик. Просто лицо даже не должно вместить такое. Да, ну правда, кто хочет в техподдержку, у нас открыт набор. Каждый желающий может поставить свою заявочку. Только, пожалуйста, не копируйте чужие заявки, это не круто. Пишите от себя, даже если вы напишите полный бред, но это будет от себя, от чистого сердца. Мы обязательно это учтем. Полный бред от чистого сердца, но это учтем? Нет, ну просто много ребят, которые копируют предыдущие заявки, просто вставляя имя, свое имя, и либо ссылки на какие-то профили. Левые профили. Да, ну на самом деле не круто. Вот это сразу видно, когда копируют люди, а когда нет. Это очень печально. Вот, водичка зашел наконец-то. 6-1, водичка зашел, ой, сейчас сольется. Вот, сейчас зайдет и выйдет, чтобы стату не испортить. Опыт фраг от игроков, трое против пяти, меньшинство для команды обороны, но не знаю, что они смогут сделать, потому что у нас ВД обороняется, нижняя тумба, девяточка, блуди на месте, ГМ-линии присоединяется к бою, замечательно. А чё все сливаются? Да потому что они в меньшинстве всегда. Подстреливается мидл, но это не помогает, что за серф пишет нас. Мело. Бомба была установлена. Давай ответим. 69-2. Критик. Попадает маска Блонди, но все-таки нижняя тумба летает. Еще ништяк делал даблкил, побеждает команда красных, конечно же, игроки. Поздравляю я игроков, что им так свезло им. И беда. Повезло людям. Они получат свой приз размером в недельный донат, конечно же. Давайте-ка почитаем, что там еще раз. Да, кстати, мы с тобой должны, как сказать, ГМы по комнаткам. Будем смотреть все игры сегодня, если, конечно же, получится. C4 спецпакет и дополнительные патроны на 7 дней у нас приз на этой неделе. И давай как отпишем.